Одинцовская госавтоинспекция информирует участников дорожного движения о проведении профилактического рейда «Технический контроль автобус». Он пройдет на территории округа 15, 22 и 29 января с целью снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте. Основное внимание инспекторы уделят состоянию автобусов и соблюдению требований законодательства водителями и предпринимателями. Также мероприятие направлено на выявление граждан, находящихся в розыске.